Борис Корчевников объяснил, по какой причине потерял слух. 5 лет назад телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Все это, по мнению публики, и стало главной причиной ухудшения слуха у Бориса. Сегодня сам Корчевников объяснил, что это совсем не так. «Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К 3 годам у меня перестало слушать одно ухо», признался 38-летний телеведущий.